С новостями о жизни на Международной космической станции белорус Олег Новицкий отныне делится с подписчиками своего аккаунта в Инстаграм. Космонавт показал, как его коллеги выходят в открытый космос, запуск наноспутников с борта МКС, как проходит праздничный ужин в невесомости и поздравил всех со Старым Новым Годом. Всего за сутки на страницу Новицкого в социальной сети подписались около 4000 пользователей. Кстати, навыки фотографии Олег Новицкий отточил еще во время первого полета. Большой набор объективов различных, даже есть и такие вот огромные. Это только даже без камеры. С правой стороны уже готовы к работе фотоаппараты. Проблем с интернетом на орбите нет. К тому же работа с профессиональной фототехникой входила в курс подготовки к космическому полету. Поэтому новости с МКС наверняка будут поступать регулярно.